Лифт, лифт, быстрей. Кнопку, кнопку нажимай. Есть, ребята, боже, какая она стрёмная. Ну нафиг. Всем привет, дорогие друзья, с вами Диман, Серега, как всегда, отличное настроение. Серега, поздоровайся. Всем приветики, млечки, дорогие зрители. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, давно у нас не было карты, хоррор. Карта называется Haunted Hotel. История очень проста, мы с другом путешествовали и задержали рейс на 3 дня, и мы заселились в отеле, который вы сейчас и увидите. Если опять кушать, приятного аппетита, а у нас страшная карта, отель. Так, ребятушки, готовимся. Эта карта набрала 5 звездочек, поэтому здесь по-любому что-то будет классное. Смотрим до конца. Вы здесь, наш персонаж говорит. Короче, мы своего друга ищем, слышал? Да. Свет. Лампочка. Опа! Сгорела. Смотри, Серега. Ух ты, кто-то варенье размазал в туалете. Ну. Боже, на кровь. Так, закрыто. А ключ, Дима. О, опа. Ты взял. Ключ от туалета. Во. А что это за туалет? Серега, идем вместе? Давай, давай, я за тобой. Иду, иду. Чего бояться? Навряд ли здесь будет прям какой-то скример жесткий. Ну, я готовлюсь. Ну, кто-то плачет. Да-да-да, я слышу. Оно преследует меня. Кейкард. Серега, мы взяли для той двери ключ. О. Ты видел, что там было написано? Оно преследует меня. Да, какие-то звуки, слышишь, постоянно создаются такие, как будто кто-то рядом. Кто-то плачет. Ах ты, ёб! Тихо, все нормально, все нормально. Ты видел тоже? Да, я это... Ой, блин, говном запахло. Все, Дима, я открываю это... кирпичный завод. Идем, идем. Надо убираться отсюда. И сзади, все вижу. Смотри! Там какое-то черное стояло. Похоже на такое что-то большое очень. Дима, лифт открылся. Ох ты, твои ж калашматки, нам кто-то скинул посрача дал. Мы под воду. Блин, насколько карта крута. Стой, на пенек встаем. Давай, вставай, Серега. Ну, у меня трубы. О, Сережка открыл. Блин, круто, да, в воду сделали? Да. Лампочка так жужжит, слышите? Да. Озвучка на высоте. Давай сначала вправо сходим. Смотри, паутина. Бочки стоят. Слышь? Да. Пищит что-то. Только ящики не открываются. Да, кстати, я пропустил, надо все нажимать. Ой, вода какой-то цвет такой синий отдает с желтым. О, решетки. Нельзя. Цемент. Слышал ведро, как будто кто-то ногой ударил? Да, да. О, да. Мы сейчас свет включим. Отлично. А что дальше? Да идем. Будет свет, сказал электрик Вася. А я все равно не вижу ничего. Опа! Дима. Отлично. Ты думал назад возвращаться. Бэктрекинг не хочется. Так, а мы дальше идти не можем. А почему? А ну дай с разгону. Так, наверное, надо что-то взять, может? Хорошо, возвращаемся. Назад идти? Не знаю. Давай, Серега, будем проверять. Так, нажимаем на все щитки. А вот тут не поломалось? Нет. Нет, фигушки. Блин, классно, вода журчит. Аж по ушам так приятно. Так, тут мы были, здесь все проверяли. Так, идем теперь налево, то что мы направо ходили. Да. Так, проверяем, здесь все клацаем, Серега. О, выход, отлично. Ага, выход в подвал. Слышишь? Да. Тихо, тихо, тихо. Землетрясение. Тогда. Ура, мы вернулись обратно, кажется. Не-не, другие обои уже, дом другой. Блин, стрёмная такая картина какая-то. Мне кажется, стремновато смотрится. Так, Серега, проверяем двери опять. Симулятор дверей продолжается. Номер 53. Мне кажется,
Это что-то будет означать на мирке. 24. Пусто. Значит, надо по-любому комнату запоминать, где что-то будет. 72. Закрыто. Так, так, так. Вот. Как я угадал. Роль. Как же это все примитивно и классно. Серега, ну что, давай тогда проверять двери все будем. По-любому надо двери пробивать. Две двери, в которых что-то есть. Или... 31. Ух ты! Что это? Я скримак поймал. И так тебе, Серега, и надо. Ты 21 вел? Я ничего, нет, я просто вышел куда-то. Понял. Там из двери эта тварина вылезла, здоровая, баба Гренни, побольше. Тогда твоя родственница, Серега. Так, да. А я все проверяю. Все двери. И ничего, во. Привет. Кстати, мы сквозь друг друга проходим, это очень круто сделано. Я уже не знаю, Серега, ты все проверил? Фу, я не знаю, 31... Ну какой вообще он код может быть, а? А сколько цифр? 2 или 3? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где ты нажимаешь? Да. Тю, я думал, это я нажимаю или оно само. Какие-то звуки были. Серега, открыли. О. Представляешь? Да. Проверяем все двери заново. Это разные обои, и так все сделано по-старчески очень. Двери. Двери, двери, двери. Чем-то, если честно, напоминает фильм «Сияние». Тихо. Правда, ковры не тихо, это ты? Ну, двери нет. Уже сами с собой живут. Я не открывал их, клянусь. Понял. О, газировка. Какие тоже двери открыты. Отлично. Серега, сейчас что-то будет. Музычка играет. Да, блин, люстра чуть по башке не дала, представляешь? Буквально миллиметр. Так, да, как специально так сделать. Там внимание, что, Серега, ты прошел? Пиво. Пиво нам не надо. Сок яблочный пейте. Не надо. Так. Почему? Блин, прикольно, куча... Карточка. Подошла? Ну, что-то щелкнуло, ну такая заискрила просто. Видимо, здесь своя ключ-карта нужна. Так, Серега, номер, отлично. Шум. Зря ты взял трубку. Ты думаешь, так и по сюжетке, наверное, по-любому надо было брать, Серега? Ой, Тима, выход. Побежали. Не выйдет. И машина полицейская стоит. Так, что-то там, короче, сбросилось. Как будто связь плохо ловит. Но это были призраки по телефону. С нами разговаривали. Угрожали нам. Сейчас что-то будет. Сюда в коридоре длинном что-то будет. Смотри. А, я думал, кто-то стоит. Это ваза. Хм. В коридоре будет еще один коридор. А мы там были? Нет. Полетели. Так, эти двери, они не открываются, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Слышал? Конечно. Так, оно хочет нас запугать. А тут мы были? Чё-то знакомое. О, смотри! Висит. Блин, у меня аж мурашки по телу от страха. Повешался чувак, Серега. Представляешь? Вот и помер дед Максим. Да и веревка осталась с ним. Так, ну все, тут больше ничего нету. Дверь закрыта. Идем дальше. Открыто. О, вентиляция. Да можно подойти или будет дамажить? Так. Ты слышишь эти звуки? Ё-моё, тут чудовище, да. Серега. Мамочка моя. Это жесть, как страшно. У меня же мурашки выскочили от страха. Дима, она сейчас тебя за жопу укусит. Так, Серега, давай, наверное, ты пехайся ко мне. Да я вот, я вентиляция вообще-то. А, все, все, вижу, вижу. Пролез, тоже красавелла. Это так. Разве мы не обратно вернулись? Трупы лежат, смотри, нет. Этого не было раньше.
Так. Слышишь? Ого! Червяки! Вот это жесть, прикольно колбасит. Вот так, наверное, без фонарика даже будет эпично. О! Лопнуло стекло. А так, отсюда мы что? Мы же отсюда вроде начинали. Фиху знает. Что так? Не понял. Что за прикол? Что все заново, что ли? Опа! Ух ты! Мы проиграли? Да, там была надпись «Беги». О. Давай пройдем. Так. Здесь, кажется, она будет. Да. Так. Беги. А откуда бежать? Беги, куда бежать? Вон она, вон она, я вижу. Бежим, Серега, бежи. Еще и препятствия сделали? Да, беги. А бегу, прыжка. Серега, очень стрёмно. Лифт, быстрей. Кнопку нажимай. Есть, ребята, боже, какая она стрёмная. Ну нафиг. Она страшнее, чем бабка Гренни. Блин, хорошо, что разработчик сделал, что есть возможность убежать. Было бы трындец. Ого, что с лифтом? Поломалось, фонарик не работает. Заработал. Так. Откройте. Сейчас откроется, Серега. О, отлично. Мы уже тут были где-то? Да. Так, штуковины тут, такие. Тут не пройдем уже. Не пройдем, да. Так, следуем Дима, дальше. Выход. Там все. Полицейский был. Ну, получается, все у нас как бы он забрал, и мы стали в психушке. Да. Если вам понравилась эта карта, выходите еще, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. It's delicious.